Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня приготовим новогодний салат. Салат называется «Маска». Салат будет из селедки. Вот здесь у меня селедки, половина селедки. Она хорошо очищена, косточки все выбраны и мелко порезана. Кукуруза у нас идет, у меня консервированная. Картофель отварной, мелко нарезанный, две штучки. Небольшая луковичка, очень мелко нарезанная. Один маленький огурчик соленый или консервированный, мелко нарезанный. Одно яйцо. Зелень уже у нас сверху пойдет. И майонез. Что мы сейчас делаем? Этот салат очень легкий. Мы просто все компоненты, кроме зелени, зелень будет наверху, соединим. Просто соединим. Но мы оставили кукурузу на украшение, еще у нас осталась кукуруза из банки. Вот, видите, осталась. Так, не солим, а добавляем майонез. Ну, я не очень-то люблю, но вот так примерно. И хорошо вымешиваем наш салат. Хорошо вымесим. На этом этапе мы попробуем. Конечно, если он еще не настоялся, он может вам показаться, может быть, недосоленый, но солить не надо. Все, может быть, просто майонеза будет вам маловато. Добавьте по своему вкусу. И сейчас мы будем формовать наш салат. И вот я беру такое блюдо, две таких стопочки для наших глаз, и вокруг этих стопочек сейчас я сформую наш салат. Он должен быть эластичный. Можно руками, так как он ваш, можно в перчаточках. Ну, это, вы уже потом посмотрите, как я его сформую. И вот, видите, вокруг стаканчиков я уже наш салат сформовала. И сейчас я еще не буду вытаскивать стаканчики, а посыплю зеленью, чтобы было все аккуратно, чтобы когда мы убрали стаканчики, уже был салат аккуратный. Сейчас хорошо-хорошо просыпаю зеленью. И вот я уже зеленью тоже посыпала наш салатик. Сейчас настало время убирать наши стаканчики. Видите, какой салатик получается? Салатик маска. Ну и сейчас можно украсить еще вот такими этими. Видите, как кукурузками. И вот уже наш салат маска готов. Очень прост в приготовлении. Очень вкусный. Приятного аппетита и удачи вам! Удачно встретить Новый год! Можно же украсить не только здесь было нашей кукурузкой, можно другими ягодками, какие у вас есть. Даже можно, сейчас уже продаются гранаты, гранатовыми, это самое. Можно не только окружить эту часть. В общем, на вашу фантазию. Готовьте очень вкусно, необычно и незатратно. Оригинальный салатик, я думаю, любой может приготовить.